Добрый день, вашему вниманию представляем устройство микшерный пульт SkyDisco Mixing Console. Это простой микшерный пульт, и вот его распаковка. Коробка, сам пульт, блок питания. Также внутри есть инструкция на русском языке, подробно описывающая функции для работы с устройством. Рассмотрим устройство микшерный пульт SkyDisco Mixing Console. Подключимся к нему по Bluetooth и передадим звуковой сигнал, также включим в него микрофон и подключим колонку. Для того, чтобы подключиться и передать на устройство звуковой сигнал, с помощью кнопки MOD выбираем Bluetooth позицию и на вашем устройстве, телефоне, либо как у нас в нашем случае в видеоприставке, настраиваем Bluetooth с помощью настроек. Называться он будет Mixion BT. У нас уже он подключен. Поэтому давайте передадим на него звуковой сигнал с помощью любимой вами соцсети, любой доступной. Найдем нужный видеоролик. Ну, допустим, любую песню. Видите, звук передается... Либо выход большие джеки 6.3, либо, например, можно RCA разъем тюльпанами подключиться к колонке. Дальше включаем микрофон и можно исполнять караоке. Микрофон можно подключить любой, проводной или беспроводной, как вам удобно. Можно настроить его звучание. Можно поиграть с помощью эффектов каких-то. Давай, эффекты. Регулируется эхо. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Все регулируется.